Я начала вам уже рассказывать, когда были варварские нашествия, то вот Августину один молодой губернатор, готовившийся к крещению, спросил, задал вопрос, почему Бог допускает, что именно при христианских правителях произошло это бедствие? Тысячи лет боги хранили Рим, а вот теперь, когда христианство, Рим падает, варвары топчут наши города, нашу землю. И Августин вот начал им отвечать, и он ответил, ему 14 лет он писал «Град Божий». Где он, я некоторые моменты вот расскажу, а потом самая главная идея этого «Град Божий», почему католики так его любят. В этих книгах Августин выражал следующие мысли. Он о войне говорил. Он говорил так, ужасы войны не новые, но всегда были войны. Всегда погибали люди, страдали. Но ново то, что и среди варваров есть христиане. Мы с вами говорили, что еще до начала миссии даже был Ульфила, например, у готов. Помните, да? И они отводят, эти варвары, женщин и детей в церкви, спасая их жизни. И дальше риторика знаменитая Августин, он же ритор. «Кто не видит за этим Христа, тот слеп. Кто видит и не воздает хвалу, неблагодарен. Кто удерживает другого от хвалы, безумен». Видите, три периода таких. Прекрасная речь. Августин указывает, что христиане тоже не избегают страданий. Добрые и злые страдают вместе. Но хотя страдания одинаковые, страдающие не одинаковые. Смерть неплоха, если до нее была добрая жизнь. Очень глубокая мысль. Страдания все испытывают, но переживают по-разному. В этой смертной жизни человек готовится к жизни вечной. Августин видел все творение Божье добрым. Взгляд на зло у него был такой, который сохранится долгое время, взгляд на зло. Зло считал находящимся в воле человека. Но цель Божия относительно людей видна в Божьих людях. Они таковы, каков должен быть человек. И в истории, он говорил, есть два города. Есть город мира, Иерусалим, это же город мира, значит. Салим, Иерусалим, город мира. И другой город Вавилон. Вавилон значит смешение. Каша, смешение. Смешение добра со злом. Не разберешь, что там. Вавилон. В мире есть два города. Ну вот. То есть на этот простой вопрос губернатора был дан обстоятельный ответ о смысле истории, и загадка истории решалась за пределами человеческой жизни. Значит, я хочу сказать, его, он совершенно новый взгляд на историю дал. До Августина история понималась так, вот, ходит по кругу. Как-то дует ветер, уходит ветер, возвращается ветер на круги свои. Что было, что то будет, вот. По кругу идет. И знаете что? До христианства жизнь шла по кругу. Всю историю посмотрите. Значит, ветшает государство, люди делают зло, приносят жертвы человеческие своим богам, плен берут людей, развращаются, начинают излишествовать, в разврат впадают, в обжорство, в пьянство, слабеют. Новые когорты варваров идут, следующие, завоевывают этих изнеженных, развращенных. И что начинается? А все то же самое начинается. Опять они в жертву приносят, вот, на камнях там изображение жертв этих городов. Я смотрели ли вы дивные фильмы из Института Муди «Пустые города»? Там показано жертвоприношение на камнях. И показано, почему это потомки этих, они ходят как тени, не то спившиеся, не то что там в трансе каком-то бродят, не соображая ни право, ни лево. Потомки этих великих строителей городов и водопроводов, и там всякие чудеса они открыли. Понимаете ли, пустые города, видно, что был великий, могущественный народ, полный силы, энергии, талантов. И вот смотри на этих потомков, бродят как эти мухи сонные. Понимаете ли? И по кругу идет.
Они опять ослабевают, идет новый варвар, опять захватывает, и по кругу идет. Августин говорит, со времен Христа история разворачивается из круга, и она идет, и завершение истории находится за пределами этой жизни. Это уже не круг, а это уже идут либо в Иерусалим, либо в Вавилон, два города. Либо идут в царство мрака, либо идут к свету. А решение этого вопроса находится за пределами этой жизни. Божий суд. Ну так вот, надо сказать... Если раньше был круг, а теперь две прямые, да? Не две, одна прямая. Одна прямая, по которой всех идет за пределами. Нет, но я, здесь... я имею в виду две прямые, но которые просто одна вверх идет, другая вниз. Ну, в общем, это вот твое дополнение к Августину, потому что он говорил, она из спирали развернулась в прямую. Вы же сами говорите, были великие, появляются более великие, дополняют тех. Вот. Просто Августин, он говорил, что есть эти два города, но это отдельная мысль его. А вот эта вот мысль, что история развернута, и решение истории находится за пределами этой жизни, где будет суд по делам. Ну так вот, познание истины, говорил он, это момент блаженства, дети мои. Напишите у себя это перед глазами. Познание истины – это момент блаженства. Когда вы что-то поняли, вы должны испытывать блаженство, чтобы Божие поняли, истекающего от Бога. И вот это постоянный вопрос тоже для христиан – вера и разум. Он говорил так, я верю, что я могу понять. Мысль, в которой все ресурсы совести повернуты в сторону реальности Бога и его требований к человеческой душе, это и есть вера. Вера – это добровольное согласие. Верить – это думать с готовностью принять согласие. Видите, какой интересный взгляд на веру. Я верю, я готова принять то, что Господь мне говорит. Принять согласием. Вот. Ну, и все богословие, нам сказал об этом вот Николай, все богословие Августина вытекает из его биографии. Я не буду это повторять. Все его переживания, все его страсти. Он говорил так, когда он поехал учиться в 17 лет в Карфаген. Он писал о Карфагене так, что он ощутил там клокочущий жар нечистых вожделений в Карфагене. И он был влюблен в любовь, испытывал голод внутри себя и был рабом желаний. Это он увлекся манихейством, религией дуализма. Он увлекся манихейством, потому что этот дуализм он чувствовал в себе. С одной стороны, любовь к образованию – это от Бога, а любовь к наслаждению – это от дьявола. И он впоследствии поймет, что он любил не результаты греха, а само зло. Грех был глубоко в нем. Ну вот, потом он был в Риме. Любовь к образованию от Бога, да? Конечно. Нет, познать. Переспросил, думаю, может, я не понимаю. Нет, любовь. Он понимал, что в нем два. Он хотел получить образование, получал наслаждение от образования. Любознательность, да. Вы знаете ли, равнодушие, там, тупость и глупость, это Бог не благоволит. Глупым, да. Родители говорили, что там нужно изучать греческий, латынский. Он говорит, зачем мне изучать? Говорит, пока у меня само как бы, желание, либо знательность не появилась, я бы не взялся. Вот, во всяком случае, он все это изучал и очень успешный. Ну, вот. Ну, роль Амвросия ему указали, что Бог ему на его пути послал Амвросия, который открыл ему глубины Библии. Тут очень интересно сказано, по-новому, что христианство имеет неведомые прежде для него глубины, что поверхность библейского повествования понятна младенцу, но и мудрец задумается над глубиною. Так вот, дальше мы слышали про его обращение, его какой восторг охватил, когда он прочитал Римлянам 13:13.
как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Вы понимаете, здесь перечислены все его пороки. Надо же, что именно это место открылось ему, когда он помолился, что вот открой мне то место, о котором пел голос, открой и читай. И он сделал свое открытие. Об этом открытии сейчас тоже нам Николай говорил. Это открытие называется милость Божья, благодать Божья, милость Божья. Она освобождает нас, чтобы мы могли покаяться. И вот, значит, крестил его святой Амвросий, и он был великим во всех отношениях мистик. Мистик, он понимал тайны жизни, потому что тайна зла – это тайна. Тайна покаяния, тайна милости – это тайна. Я вам говорила уже, не путать магия и мистика. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Он написал, что есть 7 шагов навстречу Богу. Первый шаг, который мы делаем к Богу, это мы сознаем нищету духа, блаженный нищий духом. Нищета. Я должен увидеть свою нищету. Следующий шаг. Я должен повернуть очи свои в сторону Писания. Я должен принять Писание. Начавший читать Писание, они меня обличают. Я осознаю свои неудачи, свои падения. И я отвергаю все это. И я начинаю культивировать личную праведность, которая состоит в том, возникает желание помогать нуждающимся. Вы понимаете ли, человек, он эгоистичен по природе, по рождению, по своему естественному состоянию. Вы знаете ли, евреи, они все это естественное состояние, человек очень хорошо понимает. Еврейская поговорка есть. Если я не за себя, то кто же за меня? На самом деле. Но если я только за себя, зачем я? Если я не за себя, то кто же за меня-то? Кто бы беспокоился обо мне? Но если я только за себя, зачем я? И поэтому ты начинаешь видеть других людей в нужде. Желание помогать нуждающимся. И знаете, что возникает еще в этой новой нашей жизни? Подготовка к созерцанию. Мои дорогие, мы должны жаждать и уметь, и любить созерцать. Ну, для чего вся красота мира, если нету людей, которые ее воспринимают? Ну, вы согласны? Это вы уже все шаги рассказали. Нищета духа, принятие Писания, сознание неудач своих, культивация праведности, желание помогать нуждающимся, подготовка к созерцанию и последнее уже мудрость Христова. Вот эти неизбежные обязательные шаги. Я хочу обратить ваше внимание, что биография Августина, то есть Бог в какое-то определенное время воздвиг этого Августина. Если вы подумаете над своей жизнью, вы тоже увидите. Бог привел вас в определенное историческое время. Время Августин было, когда кончался мир древний. И классический. И заря, значит, брежила нового средневекового мира. Древний начинается средневековый. Перелом. Он пережил падение Римской империи. Это для римлян было то же самое, что для евреев было падение Иерусалима. Да. То есть это катастрофа жизни, мира, конец жизни. Вы понимаете ли? Посмотрите сами, где вы поставлены, где Господь вас поставил. Вот, потому что я благодаря вот истории, я тоже стала и над своей этой жизнью задуматься, и вы подумайте над своей. Каждый из вас поставлен в какой-то узел, в
какой-то в то место, в то время, в которое вы должны принести плод Господу. Он пережил падение Рима. Старая цивилизация была обречена на падение. И он стоял между двумя мирами. Значит, каким миром? И каким миром? Тем римским и средневековым миром. Между языческим и христианским. Мир, вообще, это еще даже если не для христиан. Мир древний, древние истории в школе изучают. А потом средние века. Другие книги идут. И вот он стоял между древним и средневековым миром. Вот. И он стал создателем христианской философии истории. Он говорил, этот взгляд на историю мы принимаем. Люди должны смотреть вперед на град Божий, на духовную цивилизацию, потому что образ старого мира проходит. Он говорил, что Бог творец истории, что история не циклична, она линейная, завершается за пределами этого мира. Все люди включены в историю, но христиане должны это осознавать. Все люди, они не сознают, что они включены в историю, делают историю. Весь прогресс идет только по линии нравственной, это конфликт со злом. Надо смотреть, как люди этого мира, как в нашей стране, как в нашем обществе идет эта борьба со злом. Молиться за тех, кто в этой борьбе находится. Божья милость на стороне такого человека. Борьба со злом идет. Апостол Павел говорит, что мы должны ясно понимать, тот, кто в нас, больше, чем тот, кто в мире. И понимать, что добро всегда сильнее зла. Слышите? И земной град проходит сквозь войну, зло, ненависть. Но одновременно же идет созидание Божьего града. Одновременно идет созидание Божьего града. И Божий град медленно, но верно покрывает землю, преодолевает земное правление. Но это его духовная мысль. И мы знаем, что царствие находится, созидается, и мы молимся, да придет царствие твое. И написано, что оно не придет заметным образом. А оно внутри нас, и оно растет. Но католики поняли это, я вам повторяю, а католики поняли это, что задача католической вселенской церкви, это же католическая, значит, всеобщая, вселенская, собирать людей в этот вот град. То есть готовить, это его перебор такой. Да, Царствие Божие созидается, незримо, неслышно в сердцах людей, и где-то станет явным. Но он считал, что задача католической церкви – приготовить землю к приходу Христа. Мы говорили с вами, как первые христиане ждали пришествия. Когда Христос не пришел, они решили, что они плохо готовятся, и тогда вот это монашество стало возникать, аскетизм. Эта идея была. И эта идея была и у Августина, что надо приготовить землю для прихода Христа. По мере того, как мы с вами живем, мы обнаруживаем удивительные вещи, что, ну, я могу это выразить таким образом. Божья колесница идет в том направлении, в каком она должна идти. И вот это мнение Августина сформировало средневековое мышление. Борьба между церковью и миром, то есть между небом и землею, ошибка его была. Знаете, в чем была ошибка? Сейчас ошибку только скажу. Он совершенно не учитывал роли евреев. Они не фигурируют нигде. Вот. Шухоля рассказывает. Понимаете как? И он считал, что тысячелетия существуют сейчас. И задача церкви – приготовить землю к возвращению Христа и ввести в церковь все народы –